Ой, да, я с этой стороны люблю. Кстати, эта сторона тоже чуть больше нравится. Так. Так, направо. Я кидаю метиса. Наш легендарный дом. И бардак по верхней дороге. Так что, твое решение? Куб надо, нет? Не надо. Лучше возьми две стрелы. Ну просто стрелы самонаводки, и типа они собьют. Я лучше давай Тор возьму. Взял командира на Харитон. Я два Тора. Типа Dual Purpose, двойного назначения. Еще раз? Ну, типа двойного назначения. Я вертолетов не буду. Куда фоп ставить? Куда фоп ставить? Там где Тор? Вот так? Чтоб себе возить? Я думаю, где-то вот тут. Я думаю, где-то тут. Чего? Пусть так стоит, не? И по дорогам можно будет грады пускать на линию. Сейчас удобно кататься. Ну хорошо, да, давай. Мобильность и маневренность. Вертолет со старта я возьму, пожалуй. Даже два. Хуй с ними два возьму, кстати, вообще. Со старта. На правый фан. Надо было идти в связи. Но если они смотрели редки, то они знают, что мы Григорий почти не дохнули. Че, похуй, пусть туда идут, да. На косарь поинта. А если в этот раз мы его задефали, знаешь, так все тут. Вот такое. Хотя вот одну иглу. Покажи метки, куда ты кидаешь спецразведки, чтобы я подстроился немножко. А вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда, кстати. Плюс. Хорошо, отлично. Ведем наблюдение за небом. Буду просить, будет там ничего. Слушаем ваши указания. Так, командир налево я взял, могу направо сразу взять, чтобы ты не труждался. Все. Направо, давай. Давай. Говорят, эта война будет быстрой. Слушай, я реально сейчас думаю, может, не ладно, один танк точно взять со старта. Но мы смотрели, их проблема то, что они не берут танки со старта, в принципе. Ты решил два вертолета взять? Да. Ты думаешь, все... Перебор, братан. Один. Все, мы же договорились. Да. Бери армию. Да. Бери армию. Нормально, армию бери, чтобы фронт занять, все остальное. Хорошо. Один вертолет я взял. Ну да, 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 хватит, хватит. Ну, убирай свой, не надо. Армия. Один есть, все, убрал. Мой один вертолет. Летит уже. Отстань, пускай мой. Ладно, летит хорошо. Нет, два уже, два нормально. Выше нас только звезды. По твоей команде. Послушаешь их? Кого? Ну, их развертами. Можно сейчас. В плане Бориса давай послушай, и потом в плане Дмитрия надо слушать. Потому что центр Иван, я примерно понимаю, что они делают. А так вроде же слышно даже сейчас. Ну я ж тебе... Ты ж знаешь, да. Я ж поэтому тебя и попросил. Весь во внимании! Не слышно. А я не уверен, что я слышу что-то. Ну, я в начале боя могу послушать. В начале okay. Боя точно слышно. Сейчас вроде не слышно нихуя.
Самое главное понять, что на Григорий едет, чтобы потом... Ну да, я, наверное, вообще что-то думаю, что у меня будет какой-то врыв на йод условный. Выбомбим или я не знаю. Да, ну вообще главное, чтобы мы Дмитрий себя хорошо чувствовали. Чтобы ты либо в долгую, либо сразу его переебал. Типа два варианта. Да, да, да. То есть без потерь. Мне едут БМПшки, мне едут... Начальники на этой карте вообще сомневаюсь. Вот леопарды могут стать проблемой, но я буду метисов прямо расставлять жестко. И ты можешь тоже этим пользоваться. То есть метисы зонируют моментально. Ну да, ну я говорю, как вспомогательное средство. Я сейчас тоже метисов нормально навезу. Просто чтобы отстреливать его первые леопарды. Мне банально метисы не нужны, потому что у меня БМП-3, у меня есть конкурсы, у меня есть танки. Излишне. Блин, пиздец, реально 4 игры, и в каждой игре у нас был теншн. Ну хотя теншн и наш испытать, я не против. Да. Я даже как-то разочарован, типа, если они смотрели репки, значит они видели, что мы играли 3 раза на теншине, их типа игра не впечатлила или что? Ну, так же как и нас не впечатлили их пулеметы со старта. Ну да, типа. Ну, а вдруг они против нас пулеметы развернутся, они посмотрят наш реплей и будут разворачиваться а, пулеметами. Да, 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 типа. Битва двух доктрин, да. Ну давай посмотрим, чей теншин круче. Честно, я бы даже той все сыграл, чем теншин. Нет, теншн веселее. Он веселее играется. Ну веселее, но там просто тойфи он шире, как ни странно. Он шире, чем теншн. Я бы занаты на теншне. Ой, на трюфель спокойно бы отыграл. Потому что я бы знал, что у меня пехота сильная. Ну знаешь, за пак на самом деле, смотри, если какой-то сильной агрессии со старта нет, потом все по накатанной. Good luck, have fun. Слышу здесь. Церковь. Да. А я да, на Григории да, слышу, ну там... На... А, так зайди, так. Пускай. На, и... на Борис едет деф. Все окей. Иван. F-16. Приземляюсь. Ну, пробуй. Ну, это хуйня мощная, да. Конечно, да. Тор. Бывай. Минус. Бывай. Заебись, давай. Британец. РД, Газели РКТ, Газели РКТ. А я еду дальше спецгруппы. Плюс. Газели. Милан. О, я Милан выбил, заебись. На этом как бы заканчиваем. Торнадо F3, Торнадо F16. Хорошо. Ой, торнадо надо сбивать. Торнадо на в любом надо сбивать сейчас. Заебись, один покоцался, 16-й. Такое. Кажется, это не наши. Снова дохуя сапогов. Так, ухожу. Проверка связи. Прием. Разведку расставляю. У нас потери. Готов. Танки, главное, вниз потеряй. Он как раз, ну фух, повезло. Он как раз хотел бортом сейчас развернуться к этой сети. Активно пушат. Сейчас подведу войска. Кластер. Хорошо. Непонятно, ладно. Торнадо живой. Сивиху может перекинь. Да, уже. Да.
чем будет разбить. Победа будет за нами. Еще выкупай ко мне пехоту, я буду танки выкупать. Угу. Вот и съездили на учение. Второй взвод готов. У нас потери. Хорошее место для штаба. Я, наверное, фишку, да, сейчас слью. Слева у нас химитар, там ты видишь. Да, я вижу. Ларс работает. Хелармы. Хорошо горит. Готов. Противник замечен. Надо было идти в связисты. Мы в огневом мешке. Что ваших указаний? По нам ведут сильный огонь. Оружие на изготовку. Первую атаку отбили, да, неплохо. Да, на этом стоит. Нас заметили! Слушаю, товарищ командир! Слушай, а у тебя с БМПшка на левом фланге едет через поле? Я знаю, она через фланг. Да? Все нормально. Да, все, тогда вопрос у меня. Так, танчик у меня заходит на кабельный. Вещь по вниманию! Можешь градами сюда накрыть? Нет, града еще. Давай я. Готов. Назад. Оттуда пешком. Кажется, это не наши. У меня слева атака. Буду заказываться к себе. Да. Уже вылет. Вылетел истребителем. Есть такая братья. Ручку. Восстановление не подлежит. Оттуда пешком. Говорят, эта война будет быстрой. Кажется, это не наши. Выходим и в стороны. Пора выдвигаться на позицию. Не могу вести бой, ПК закончился. Выгружу вот там. Молодец. Связь налажена. У нас слева прям лютый дрочь пошел, я пошел отбиваться. Давай, ладно. Завожу кошму, на похуй. Нужно уходить отсюда. Хорошо горит. Кажется, это не наши. Ожидаем цели указания. Готов к бою. На свет. Чалики, пошли в бой. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Быстрым маршем вперед! По приказам. Бодрее, бойцы. Вот и съездили на учение. Так ему! Назад! Тишина в тени. Жду ваших указаний. Готовим ПВО. Как по танкам соотношение?
пока один к одному, но это скоро изменится. Я просто град выкупал, поэтому да. Выходим и в стороны. Готов к бою. Кажется, нам конец. Куется, челленджер-то выиграл БВшку. Всем залечь. Зря мы недооценивали британскую мощь. Они вдвоем танки ко мне выкупают. Я понял. Сейчас. Я тоже БВшки выкупил. Да. Буду кататься. Чалик к нам страдает, отлично. Можешь потом как-нибудь скупить свишку под град? Плюс. Next buy. Товарищ командир, всем залечь. Двигаемся. Без геройства. Это маневренная война. Даем назад. Красная армия всех сильней. Опять разведки. По вашему приказу взвод построен. Так, кашма под град пошла. Куб на всякий случай куплю. Готов к бою. Встаем назад. Жду новых указаний. Ко мне кашма затекает. Как слышно? Товарищ командир. Все окей. Нам нужно просто немножко откопиться. Надо было идти в связисты. Но все же как без ФД. Старта мы особо не пробьем. Жду приказа. Уже на фронте два танка. И это не предел. Визуальный контакт с противником. Высота, только звезды. Все раньше. Торможу. Задним ходом марш. Боекомплекта больше нет. Ждем цели указания. По вашему приказу взвод построен. Разворачиваемся. Всем залечь. Цель захвачена. Огонь. Выгружу вот там. Жду ваших указаний. Боекомплекта больше нет. К бою готов. Одним империалистом меньше. На связи. Много летает, второй куб докупил. Даже долетался. Нормально. Двигатель работает. Мы ждем. Торможу. Кажется, это не наши. Так точно, товарищ командир. Такси заказывали. Второй взвод готов. Нужны боеприпасы. Я, может, башню выкуплю. На связи. Задним ходом марш. У нас потери. Просим помощи, как слышно. Двигатель работает, мы ждем. Визуальный контакт с противником. Готов к бою. Оружие на изготовку. Хорошо горит. Что движется? Транспорт готов. Оттуда пешком. Всем залечь. Я броня. Цель обнаружена. Слушаю, товарищ командир. Одним империалистом меньше. Весь во внимании. Ко мне двойной заказ пошел. Еще здесь Миланы. Выгружу вот там. Взвод построен и ждет приказа. По цели огонь. Одним империалистом меньше. Пасторы. Одним империалистом.
приказа. Сильное сопротивление! Впереди противник. Нам поворачивать? Ожидаем цели указания. Больше ход. Дымовые, заряжай! Говорят, эта война будет быстрой. Слушаю, товарищ командир. Впереди противник. Нам поворачивать? Так держать, бойцы! Товарищ командир! О, покинул. Твой комплекта больше нет! Жми назад! На связи! Хорошо горит! Впереди противник. Минус кластер. А, ну один уход. Это хайп. Саперный взвод готов. Подвет. А нет, слушай, ни хрена не пропустили. Выходим и в стороны. Я броня. Цель обнаружена. Эх, больше бы танка. Назад. Так. Что у тебя? Я сейчас скопился, я сейчас пойду в атаку, конечно, и я чела выбил, но пойдет. Ну все, тогда копись. Сейчас откоплюсь, я своей точкой пока занимаюсь просто. Мы просто одним ударом сейчас заберем Дмитрия, отобьем Йоту и еще на центр. Это же так думаю. Вперед, ищем цели. Все норм. Больше ход. Танковый кошмар ведут сразу. Они хотят накрабить, очень сильно хотят накрабить. Я иначе смысла не понимаю. Там сум. Нас здесь всех перестреляют. Сделаем, товарищ командир. Молодец, наводчик. Связь налажена. Врача! Он все легче и легче становится, блядь, просто. Да, да, они заканчиваются, не выдыхаются. Они сейчас заканчиваются. Два третий даже прилетел, нихуя себе. Заканчивается. Куда тебя градом? Я бью по твоей ебаш. Позиции градом. Да, я уже ебаш. Пастор, он не добитки, наверное, ты. Он не скинулся вообще. Упал. Отсутствие того, по факту. А я сейчас тогда вышел. Есть где повоевать. По нам стреляют. У меня умер командир, вызвал нового. Да, сейчас по очкам немножко будет неприятно. Мне единственное, что выбешивают, это Миланы, и то, что у меня ствол, конечно, их самому выбивать. Миланы прям напрягают. Ладно, отойду. По вашему приказу взвод построен. Прямся. Оружие на изготовку! Добром это не кончится! Или к себе прийти? Не, я к себе не буду. Задним ходом марш! Врача! Одним империалистом меньше. Орудие готово, командир. Молодец, наводчик. Все лучше, чем рыть окопы. Ищем цель. Огонь по готовности. Красная армия всех сильней. Есть попадание. Назад! Назад! По местам! Встаем назад. Аккуратно. Как только так сразу буду бить по твоему командиру. Я сразу его снимаю, ЛГБ, нет времени. Ну ладно. Тогда буду бить у себя. Есть указания, командир. Так им. Задний ход. Я у себя пошел в атаку.
Саперный взвод готов! Нас здесь всех перестреляют! Warning. Следуем по новому маршруту. На связи. Всем залечь! Готов к выполнению боевой задачи! Назад! Обнаружен противник! Приготовиться к бою! Так точно, товарищ командир! День твой, последний в приходе! Буржуй! Экипаж танка к бою готов! Все ранены! Оу! Выгружу вот там! Как он жестко! У ваших указаний! Обнаружен противник! Приготовиться к бою! Танки грязи не боятся! По местам! Нужны боеприпасы! Проверка связи! Прием! Надо их просто откинуть, сестер. По цели! Огонь! Визуальный контакт с противником! Готов! Врача! По вашему приказу взвод построен. Служу Советскому Союзу! Так держать, бойцы! Больше хоть! В этот раз дойдем до лаванша. У нас потери! Так держать, бойцы! Даем назад! Аккуратно! Проверить снаряжение! Так им! Броня на связи! Обнаружен! Снова здесь рыв. Двигаемся. Эскерой спа. На связи. Бодрее, бойцы. В этот раз дойдем до лаванша. Улетел. Впереди противник. Ну похуй. Все ранены. 302-й командир, слушаю вас. Упал. Понял. Меняю позицию. Там у тебя не получается выбить его, да? Сейчас я посмотрю, мне... Может, скинешься? Просто. Просто скинуться. Да, там нихуя нет. Давай. Хорошо. Давай. Разговорчики в строю. Бежите на горизонте! Все ранены! Да? У новых указаний! Новые цели? Выкопил. Не могу вести бой! ПК закончился! Готов к бою. Молодец, наводчик! Всем залечь! Кажется, нас конец. Работает под подсадом. Оружие на изготовку! Он так и не понял, что это было! Готов к выполнению боевой задачи! У нас потери! Назад! Мобильность... Сейчас я их поставлю. Хуя. Угу. Ну, все норм. У меня два здесь Сирихина, надо сейчас. На Дмитрия пойду одна. Здесь прорыв массовый. Танки. Не, по походу все. Думаю. Но мне еще тяжело. Ладно. Warning. А, ёпта, да. Если погибло там. Милана мы не пробиваем. Не, ГГ. ГГ? ГГ. Давай. Пяшка. Ох, сейчас за НАТО пойдем. Не, они шуперят в сторону сами. А, да?